Всем привет, сегодня у нас такая вот небольшая посылка из Китая. Здесь уже написано, что из интернет-магазина TomTop. Здесь прям так аккуратно все упаковано. Давайте же вскроем и посмотрим, что же находится внутри. А внутри нас ждет вот такая вот коробочка, где написано Ulefone 007. Это у нас моделька Ulefone 007. Телефон якобы Джеймса Бонда. Вот здесь вот все технические характеристики основные можете посмотреть. 5-дюймовый экран здесь с HD разрешением. Камера основная 13 мегапикселей с интерполяцией, на самом деле 8. Фронтальный 5, интерполяция на самом деле 2, аккумулятор на, здесь как написано, 2200, процессор уже привычный MTK6580, гиг оперативки, также примечательно, что стоит Android 6.0. Наклеечка TomTop, давайте вот так вот сделаем и посмотрим, что же это у нас за телефон. Бюджетный телефон стоит порядком $50, посмотрим, настолько ли он хорош. Так, первый вытащили телефон и дальше комплект поставки. Вот так вот здесь больше ничего нет. Здесь мы видим руководство пользователя. Вот такой вот USB и адаптер в сеть. То есть скромный достаточно набор. И здесь мы видим также, как я понимаю, есть чехол, что тоже является неплохим бонусом. Такой вот силиконовый чехол. Ну, в принципе, как бонус очень даже неплохо. Сам телефон у нас выглядит вот таким вот образом. Очень легкий и достаточно простой. Здесь мы видим три большие клавиши. Они у нас без подсветки, как я уже узнал. Ну, они так большие, их и так видно. Сверху выглядит все так. Сверху мини-джек и микро-USB. Снизу микрофон. С этого бока ничего. С этого бока клавиши регулировки громкости и клавиши блокировки. Кстати, они у нас сделаны в разных стилях. Очень такая приятная, кстати, клавиша блокировки. Так, давайте снимем пленку. И у нас под ней остается еще одна. Так, давайте вскроем заднюю крышку, если она у нас скрывается. Тут нужно поддеть. И вот так вот все здесь открывается. Главное ничего не сломать. Кстати, клавиши вытаскиваются сразу с задней крышкой. Так, вот такой вот здесь аккумулятор. Он у нас не съемный. Два разъема микросим и разъем под флеш-карту. Вот такой вот здесь материал задней крышки. Очень прикольно. Зад прям телефона мне очень нравится. Стильненько. Достаточно просто, ну, реально круто. Тонкий телефон, кстати, достаточно. Ну что, давайте же включим. Ну что могу сказать про качество сборки? Ну вот прям на первое впечатление ничего прям плохого нет. Все здесь собрано хорошо, ничего там не люфтит, ничего не скрипит. Ну что, давайте подождем, пока он включится. Включили мы телефон, и вот так вот здесь все выглядит. Стоит Android 6, и выглядит все очень даже неплохо. Что касается экрана, мне он очень нравится здесь, как вы видите, не знаю, видно, нет. Прям реально сочный, яркий экран. Это прям хороший плюс данного телефона, потому что в бюджетниках экраны так себе ставят, а в данном телефоне экран прям очень хороший. Также теперь вот так вот здесь выглядят настройки. Также вот забыл показать, как выглядит фронтальная камера. Вот так вот теперь выглядят настройки. Можем зайти, Android 6.0. Давайте прям посмотрим, есть ли обновление. Да, и есть сразу же вот с коробки обновление, которое мы можем сразу же обновить, так что телефон у нас обновляется. Ну что, первое впечатление, прям быстренько так полазив. Минус, кстати, сразу же, что здесь экран всего лишь на 2 касания, можно сказать, даже на 1.5, то есть вот так вот. И вот так вот мы не можем управлять, то есть писать сообщения, все, играть не совсем удобно бывает. Ну, возможно, для кого-то это не минус, все-таки цена в $50. Возможно, к обзору мнение о данном телефоне у меня кардинально поменяется. Все здесь сделано красиво. Понравился задняя крышка данного телефона. Экран очень качественный. Ну, давайте подождем обзор и уже скажу вам итоговое свое мнение о данном телефоне Ulefone 007. Также я совершенно не понял, к чему это телефон Джеймса Бонда, потому что и на презентациях, и везде это присутствовало, а даже нету самого элементарного, нет даже какого-то там картинки на рабочем столе или, например, на коробке какой-нибудь, там, не знаю, логотип или что-нибудь другое. Ну что, вот такая вот распаковка данного бюджетного телефона от компании Ulefone. Ну что, ждите подробный обзор. Всем спасибо, всем пока. Также я забыл протестить камеру. Давайте посмотрим, как она у нас снимает. Вот надпись Ulefone давайте сфотографируем. О, ну а вот сфокусировалась и сделаем снимок. Ну, камера, как я понимаю, так себе. Ну, такая, средненькая. Средненькая камера в подробном обзоре и по камере более подробно пройдемся. Теперь давайте на всем пока!